Президент Международного олимпийского комитета подвел итоги завершающейся Олимпиады в Рио. На итоговом брифинге Томасу Баху пришлось отвечать, на не совсем удобные вопросы, скажем так. Большая их часть, как и ожидалось, касалась допуска на Олимпийские игры российских спортсменов. Отвечая на них, президент МОК привел примеры из истории олимпийского движения, в частности, с бойкотом некоторых стран игр 80-го года в Москве. Но вот еще одной темой стала проблема с допингом. И в этой части своего выступления Томас Бах сделал довольно громкое заявление, которое вызывает много вопросов к Всемирному антидопинговому агентству. По словам президента МОК, глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен, который в своем докладе рассказывает о системе допинга в России, отказался предъявить конкретное доказательство. Кроме этого, на брифинге не раз звучало имя информатора ВАДА Бегуни Юлии Степановой, которой, по ее же словам, поступают угрозы. Вот Бах отметил, что ВМОК не готовы брать ответственность за безопасность Степановой, так как этот вопрос не связан с комитетом. Я категорически отрицаю то, что МОК как-то ответственен за безопасность. Если существует какая-либо угроза для Степановой, то этот вопрос совершенно не связан с тем, о чем мы говорим. Мы предложили ей свою поддержку, если она и потребуется в ее профессиональной деятельности.